В преддверии отчета губернатора перед депутатами законодательного собрания Сергей Морозов провел встречу с руководством регионального отделения партии ЛДПР. Я знаю, что Либерально-демократическая партия России всегда выступала в качестве такой большой, очень уважаемой, конструктивной, патриотической оппозиции и никогда не оставалась в стороне от процесса поиска решения проблем. Призвал губернатор не оставаться в стороне партии и сейчас. Глава области предложил принять активное участие в подготовке отчета в части расходования средств на социальные нужды жителей области. Тем более, что у партийцев уже есть свое видение ситуации. То между фракцией ЛДПР и правительством Ульяновской области при формировании бюджета 2018 года заключено соглашение. В нем отражены, на наш взгляд, очень важные позиции. Это переселение из аварийного жилья, это лекарственное обеспечение, обеспечение медучреждений оборудованием, а также ремонт ФАП и многое другое. Руководство регионального отделения выразило надежду на продолжение конструктивной работы, в частности, по указанным направлениям. Егор Титов, Юрий Конехин, Новости дня, Ульяновская правда.